Доброго времени суток, господа, с вами Вернов. Мы продолжаем Assassin's Creed Syndicate. И, как я обещал, миссию мы с вами... Это какой-то Гатлинг что-то. Привет, мистер Гатлинг, как мы думаем, 5-й. Вот его давай. Не знаю, нарисован Джейкоб. Может быть, будем играть за Джейкоба. Если за Джейкоба будем играть, нам нужно прокачаться, успеть хотя бы, я даже. Письмо? Выгляни наружу. Для меня? Найджел хочет загладить вину. Приготовил подарок. Ну точно, играем за Джейкоба. Так что, в общем, история за Иви Фрайна на данный момент закончена по причине того, что, ну, нет за нее больше заданий, разве только района захватывать. Но мы и так слишком многое делали это уже из серии в серию. Меня хоть это прикалывает, но я понимаю, что многих смотрящих уже, наверное, доканывает, сколько посмотрите-ка можно захватывать этот уже долбанный, никчемный район. Отлично, Найджел. Стянул у одной банды, напоил их и забрал, пока они спали. Красавчик. Вот, я покажу. Ну-ка. Заело. О, черт. Идем. Чего там такое-то? Ну, прибежали какие-то там 3-4 идиота. Что вы такие прям перепугались-то сразу? Мы можем? Можем. Надо этого качать. Он у нас... Ой, дохляк каких поискать. 38 у него этих. Сейчас все подряд ему купим. Я не знаю тут что, в принципе. Ну то, в принципе, все одно и то же. Что-то есть, хотя одно и то же, но Джейкоб лучше в сражениях. То есть, в принципе, как я играю за Иви Фрай, лучше бы играть за Джейкоба. Но... Опять-таки, ну, здесь уже дело принципа. Хотя вот во время того, когда я играл за Джейкоба, каких-то таких существенных, знаете, таких прям изменений я не заметил. Ой, надо было заранее, конечно, все это сделать. Я что-то забыл, что у него уровень надо будет повышать. Забылся, в общем. Ну ладно, мы сейчас быстренько, наверное, нагоним все, что нам нужно. И будет нам хорошо. Маскировка. Ну вот, по сути, одно и то же. То есть у них только единственные отличительные черты, что у Иви одно, у Джейкоба другое из специальных. По факту, так. Ну, может быть, не знаю, Джейкоб как мужик типа, может быть, он там лучше, не знаю, лучше стоит там, лучше выносливость у него какая-нибудь или еще что-нибудь. Я лично не понимаю. Ладно, давайте мы все будем прокачивать. Орлиное зрение. Все то же самое, абсолютно. Абсолютно все то же самое. Причем, я не понимаю, если все одно и то же, зачем мне назначают сюда очки, когда можно просто... Ну, я, например, прокачал это за Иви. Пусть это также сразу качается за Джейкоба. Зачем вот я сейчас сижу, набираю практически одно и то же. Да не практически одно и то же, одно и то же. И имею вот такой результат. Ну, это же какая-то глупость. Снижает весь урон, получаем Джейкоба. Вот, мы специально купим. То есть у нас прям урон вообще теперь минимальный. Столкновение... А что тут мы имеем-то? Здесь шестерка, да? Успешная атака, быстрее пройдет. Ну, давай вот это тоже. Опять-таки его специальный. Вот надо было специальный и добавлять, чтобы специальный отдельно качал. Все. Здесь у нас все готово. Инструменты хреновые. Ну, сейчас разберемся как-то. Господи. Что, удерживаешь, спрятаться? Как стрелять? Ой, ребята, это, знаете, уровня там, не знаю, каких годов. Стрелки вражеские, да, у нас тут? Не могу сам перезажать? Не могу. Великие миссии у нас, господа, великие просто миссии. Мимо! Воу-воу-воу. Пацаны. Хватит. Они нападают! Где? Где они нападают? Сейчас мы покажем им. Стрелки какие нашлись тут. О, конечно, сверху. Ой, вот на геймпаде. На геймпаде, конечно, есть. Какие сражения-то. Нам сколько хоть их отбивать-то, дружище? Ты хоть скажи.
если честно. Вот так бы выскочил и перебил бы. Мне тут пулемет только нахрен всю игру портит. Ну, одну единицу навыка зато получил. Машинист! Война-то. Нам пора! Чего? Уничтожь систему связи. Чего это? Какую нахрен систему связи? Быстрее! Ё-моё, господи, что за пулемет такой, а? Ку-ку, мой мальчик. Ну, соответственно, это тоже надо разбивать. Ты чуешь вообще, какой бред вот родили они опять в этих заданиях? Это же безумие какое-то. Цепите 5 вагонов. Что же связь? Я, кстати, вообще не знаю, что это занимается. Дичью я какой-то занимаюсь. Хочу, ребят, сказать. Отцепляю вагоны. Но это дополнительное задание, насколько я понимаю. А вот уничтожить систему связи. А как вам это сделать? Что мне вредит? Просто отцеплять их за вот эти вот. Да попади ты, господи. Ты обгони хоть, я же там не разобью ни хрена, вот. А, уничтожили систему связи. Пути перекрыты, господи, а! Какой кошмар. Ни хрена себе ты поезд остановил. Господи, я чё сейчас вообще вернулся в 90-е годы вообще, по физике, по всему? Тебе говорю, блин, игра такая была, дурная, бумер, там надо, короче... Ехать на бумере, ну, по мотивам фильма. Вот примерно такая же чич там творилась. Я тебе серьезно говорю. Время перегревается. Я погрев там. Ой, мир очень. Уничтожьте ящик с динамитом. Ну, господи. Да вы что, серьезно, что ли, а? Джейкоб, ну мать твою дивизию, а. Ура! За родину! За Сталина! Джейкоб. Отцепите грузовик. А, нам пулемет сломали. Блин. Скорей, да. Нужно отцепить вагон! Давай! Господи, как же вы все это делаете, а? Цеплять вагон, бив просто. Найджел, что касается службы в артиллерии, есть проблема. Не, ребята, вы, по-моему... Ой, что это за задание, а? Ну ты видел, а? Ты видел, это задание на начало нулевых. Начало 2000 года, чтобы вот так я ехал из пулемета по всем шмалял. Да ты еще тут все так криво, блин. Поезд, который остановился, как, ну, блин. Нет, это письмо? Полное безумие. Для меня? Да где письмо-то это? Так. А деньги я забрал. Боже, ой, так, забрать. Изучить стену убийств. Там, да, письмо типа? Нет, это банда. Где мне письмо-то какое-то? Подожди, посмотреть. Скажи мне что-нибудь, пожалуйста. Да, ну, сейчас его приоденем. Хотя мне, в принципе, на него наплевать. Погоди, я не понимаю, как, мне какое сказали, письмо-то? Эллиотсон плохо кончил. Надеюсь, ты замёрз следы. Почему деньги я не могу? Типа, вообще нет. Ну, все, получить сувениры.
Набейте ее, секрет, набейте ее. Понятно. Какое письмо-то, блин? Можно узнать, какое письмо я получил? Примите участие во всех развлечениях большого города. Обязательно. Не, нахрен, где письмо? Какое письмо-то вообще? Я, может, что не вижу? Подожди. Какое вы мне письмо хотите дать? Мать, у тебя есть что-нибудь? Чего у нее нет? Получить сувениры. Какое письмо? Вы нахрен, ребята? Вы долбанулись вообще в края, короче говоря. Ничего не понимаю. Какое письмо? Все. Давай, короче, мы быстрое перемещение. И поехали за Джейком, в общем, все задания проходить. Что-то там делать, пытаться. Ой, ну безумие, конечно, полное. Ну, Джейкоб носится, конечно, такой вроде похлеще. Наша дамочка такая, она... Ну, она такая грациозная вся такая, типа, этот... А этот такой прям шкет. Носится он. Пальтишки как он, надо его, конечно, нарядить нормально. А то ведь... Ну, что это такое? Это же главное... Главное, это он же должен возглавлять бандитов. А он, ты посмотри. Ну, хотя все правильно, возглавляет бандитов. Вот видно, что вор. Только что из Одессы прибыл. Одесса мама. Вот, вот он. Неряха. Небритый. В кепке какой-то. Почтальон какой-то не доделал. Не знаю. Чего? Я что-то выполнил? Почему музыка заиграла, будто я что-то выполнил? Дворник уже вообще не удивляется. Так, слушай, давай-ка я тебя, правда, приодену. Ты же у нас... Вообще, ему надо снаряжение какое-нибудь купить? Погоди, он у нас очень слабенький. Давай мы какой-нибудь... Да кастет ему забабахаем. Требуется 9 уровень. Да пошли-ка вы, ай. Нужно изготовить. Да это мы изготовим. Наверное. Блин, не хватает у нас тут что-то. А вот эти что, клинки? Что у нас-то по клинкам получается? А, у нас оно есть даже. Ну, улучшить. Ну, хз, нормально вроде. Короче, будешь с этим бегать. Так, огнестрел, 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 огнестрел. Огнестрел тебе надо. Так. А у нас бабок уже не хватает ни на что. Ну, вот этот возьмем. В принципе, он такой нормальный. Костюмы, давай какой-нибудь тебе костюм хоть нормальный. Тут у нас... Как... Ай, у нас денег-то нет на костюмы. Господи, мы бомжи. Что нам делать? Что нам делать? Изготовить можем? Ничего мы не можем, у нас денег нету. Извини, браток. Ну, цвета, соответственно, это тоже, это вообще. Все. Все, короче. Побежали зарабатывать деньги, Джейкоб. И нам надо вот сюда. Так, это что там такое происходит? Это кто там у нас хулиганит, а? Золотым клинком такой. На. О. Кстати, ну есть. Вот сейчас вот я так это смотрю. Есть отличие, да, там, по движениям каким-то. То есть, все-таки чувство, что, знаешь, я играю за другого персонажа. У него, правда, какие-то свои приемы, свое какое-то... Ну, такое чувство, что, знаешь, физика, правда, другая. То есть, я прям как-то уже управляю по-другому. Потому что я... мы до этого все меняли их, поэтому я не мог уловить. А сейчас вот видно, что... Короче... Мы что, гонки сейчас гонять, что ли, будем? Или что там вообще такое? Мне лично вот совершенно не хочется мне сейчас гонками заниматься. Это самое глупое вообще, что здесь могло сделать. Это Миша, можно было вообще сделать в этой игре. Да, чем? Это гонки. Ха. Прекрасно. Вот и убийца. Я что? Неважно. У всех есть цена. Достаточно? Я здесь не за этим. Тогда зачем? Мистер Старик и компания Милнера долго не давали вам развернуться. Но у меня есть деловое предложение. Чудесно.
Нам с вами нужно многое обсудить, мистер... Джейкоб Фрай. К вашим услугам. Воистину это так. Только не говорите, что на этом все задание. Возьмите поводье, будьте любезны. Ой, господи, за что? Вы же понимаете, мне не раз угрожали. Миллер буквально объявил мне войну после того, как старик купил его компанию. Не хочу обидеть, но вас легко принять за убийцу. О, вы раните да он и есть убийца. Сердце. Так почему же вы хотите мне помочь, мистер Джон? Ну, то, что он убийца. Потому что это будет выгодно нам обоим. Вот так. А что вас смущает? Что бы вы ни планировали, я буду несказанно рада попытаться со Скариком и Милнером. Я работала как вол, чтобы обеспечить... Сейчас смотри, на нас нападут. Это Милнера! Твою мать. Ну чё такие предсказуемые-то все? Ну честное слово, это же бред какой-то. Ну. Убейте работника Милнера. А, на нас не напали, на нас... У нас другая ситуация. Ушли отсюда все. А нельзя было на нормальной карете передвигаться. Это же бред какой-то. Бред сумасшедшего. Ну, ну стой, гнида. Догоню тебя все равно. Спасите возницу Омнибуса от преследователей. Ой. Вот это что ли? Я спас? Чего? Поехали. Какую? Вот так. А, вот это Омнибус, да? Господи. Ну все, сейчас, наверное. Ну чего, давай быстрее, я уже в районе, здесь нет никого. Маршрут Омнибус, предлагающий поста умник. Сегодня приходи на склад, получишь особое задание в Форбс. Путы, продолжить надо было. Господи. Что, вообще, я путаюсь в этой игре постоянно, вот с этими вот какими-то выкрутасами совершенно неординарными. Стой! Стой! Лошадка дурная. Малкольм Милнер. Марионетка Кроуфорда Старика. Аккуратнее, ослы! Маркизин должен доехать до склада Этой. Он хочет. Озвучивают все одни и те же люди вообще. Бюджета, давайте, походу, вообще не было. Отплатим с лихвой. Кто к нам с Паркизином придет? Но мне нужны грачи. Прекрасно придумано, мистер Фрай. Не буду вам мешать. Ой, ну что, всех убить опять? Уничтожить, но... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, пацаны, есть работа. Давайте, короче. К вашему сегодня я готов. Давайте. Ава Мария. Давайте за мной! Давай, Джейкоб, режь их всех, твою мать. Так, о-о-о-о. Господи, слушай, как ты за Джейкоб-то непривычно в какой-то момент играть. Он такой, это товарищ-то. Но он быстрее как-то совершает действия, что ли. Более того, будет. Так, уничтожьте Омнибус. Омнибус толкнуть. А, взяли, Джейкоб. Ну а вы чё стоите, чё взяли? Давай, это, помогли вон. Всё-таки ваш босс тут трудится. Ё-моё. Ой, чуешь, какой дурдом, да? Ну все, притолкали уже, достаточно. Итак, будет. Вот. Все готово. Зажечь. Ребят, вы, надеюсь, соображаете, что сейчас будет взрыв. Пацаны. Ну понятно. Насколько хоть рванет? Ой, такие тоже подорвались, короче. Покиньте область. Я хочу посмотреть, как насколько уже рванет. Ну что, кто-то приехал разбираться с нами, или это конец миссии? Ну, какой вкус у мести?
Я буквально слышу, как обваливаются акции Милнера. Вы прилетите. Да, нас ждет новая работа. Договоритесь о встрече с моим секретарем, и я раскрою следующий пункт нашего плана. Вообще-то так... Не пойдет. Дурак. Мне кажется, она вообще какая-нибудь специально нам навязалась к нам. Потом окажется, что главный тамплиер какой-нибудь. Так, насколько далеко у нас задание? Кстати, новых у нас никаких не появилось. Вроде бы как нет, да? Ну нет, так нет. Исследование развития. Садись! Поехали! Делами... Да, господи, я опять не туда. Делами поехали заниматься. Все, все, подорвались, зацепили их. А, ой, бедные легавые. Что ж с вами делать-то со всеми, а? Да что ж все-таки бестолковая, ребят, игра. Реально. Вот она вот, ну она бестолковая. Такой век, такие времена, такую можно было на самом деле грандиозную. Молодец. Да вы чё, блин, охренели что ли? Я еще как до задания-то должен вам тут начинать? Тихо, девочка, тихо. Стой, мать твою. Мне ну, задание давай. Надо начать. Капец какой-то вообще, а. Я еще карету должен теперь догонять, чтобы начать задание. Вы чё, совсем что ли долбанулись? Не, ребят, это перебор. Чтобы начать задание, ты уже должен, можно сказать, выполнить задание. Это как комбо. Ну это типа, да, по сюжетке мы ее догнали. Мистер Фрай, я же сказала назначить встречу. А я как раз свободен. Хорошо, что вы мне нравитесь. А то что? Двигатели внутреннего сгорания? За этим странным названием стоит много денег. Двигатели доставят Милнеру поездом. Перехватите их, и он будет безутешен. Для этого нужен второй поезд. И я как раз знаю, где его взять. Так вы согласны, мистер Фрай? Хорошо, бабки, что вы гони. Мне нравитесь, мисс Эттэуэй. Да... Бабки вперед, пусть гонит. Мы работаем на какую-то такую же дрянь. Тебе точно говорю, потом она нас еще и киданет. Мне, короче, она не нравится. Не убивайте никого из полицейских конвоя. Это с какой-то стати-то? Сейчас еще. Обязательно убьем. Прям займемся этим. Ты посмотри на этого Джейкоба. Бежит, как косолапый медведь какой-то. Ну ты посмотри на него, а. Как дурак. Несет. Еще в одежде такой. Просто сумасшедший бомж такой прям носится. Ужас. Ой, погода хорошо, кстати, перед нас. Мне вот так нравится. Я не знаю, будет как на записи. Хорошо это или плохо. Но вот сейчас вот бежишь прям такой это. Ну, короче, неплохо. Ты чё, Стрелок ворошиловский. Да блин, стопэ. Господи, Джейкоб, что такое нахрен хилый-то? Что с тобой, братан? Вот так вот. А, мои еще там помогают. Ну, мои хорошо. Нам надо теперь эту догонять хрень. Которая от нас уходит, между прочим, блин. Так, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Вот этот вот паренек нас прям дожидается, видно. Давай же! Ха! Ой, да, они, конечно, угоняют очень знатно. Что там творится?
Не понял. Ничего а такого. Кто нахрен управляет этой хренью? Фрай? Черт возьми! Тебе-то на кой меня спасать? Неважно. Между прочим, могла бы меня поблагодарить. Я предпочитаю, чтобы другие были у меня в долгу. Кто управлял повозкой? Вот это сейчас загадка века. Нам надо с вами ее разгадать срочно. Кто управлял повозкой? И как ты, мать, попалась? Что тебе нужно, Фрай? А может быть, мне ничего не нужно? Может быть, я просто-напросто благороден? Ладно, расскажу о работе. Что-то у нас, короче, зреет. Какая-то буча. Ну, по сути, смотрю, и у Иви эта глава получилась такая более приближенная уже к каким-то таким... Ну, не то что к развязке, но к событиям, которые должны... Главное, успей забрать ящик. Гони! Ой. И у нас тоже зреет постепенно. Забейте вагоны с подкреплением, боже мой. Что надо делать? Дурак, что ли? Господи, нахрен физика, уйди! В этой игре она нахрен не сдалась. Ну а фиг эта физика здесь нужна. Я вообще не понимаю, как я это сделал. Там просто скорость. Ай, ладно. Это не тот. Ну, кошмар. Отцепите вагоны с подкреплением. Как отцепить? Это то хоть? На! 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 Один отцепил. А то, что там два их, это не считается, да? Ну, хорошо. Что он тут делает? Ну-ка иди сюда, пацаны. Вот так вот, мой хороший. Шляпа у тебя улетела, иди подними. Ну и ударь его, что ты его все пинаешь, тебе? Что ж такое? Джейкоб, ты инвалид, что ли, у меня какой? Джейкоб! Дурак, что ли, какой вообще? Ты можешь его ударить? Всего его еще ты испинал, погладить успел. Так, отцепить. Внимание, запретная зона, боже мой. Катастрофа. Не то, естественно. Конечно. Нет, не оно. Ну, конечно, это же будет последний ящик. Ну, а как еще по-другому? Зачем тогда нужно было так делать? Здравствуйте. Может, и в этом тоже нет? Вот оно. О, странно. Так, давай. Господи, как мне наверх-то забраться? Сейчас, стоп, подожди. Защитите. Сейчас защитим как-нибудь. Да, быстрее! А я ее защищать буду. Бестолковую эту тварь. Ну куда ты? Вообще дурак, что ли? Джейкоб. Ну честное слово, ну я не знаю. Ну это вообще какой-то безумец. Действительно, за работу давайте. Вы же вы нахрен убить-то никого не можете у меня, а? Ну инвалиды какие-то. Прокачивал банду. Прокачивал. Хоть чуть-чуть бы лучше стали. Нет, они везде все проигрывают. Вот везде умудряются сразу нарваться на нож. Ой, ни на кого не... Вот никому нельзя верить. Только на себя рассчитывать. Все, двигатель внутреннего сгорания, теперь у нас будут пароходы, самолеты, машины. Машины заменят лошадей.
Словно в будущее заглянул. И почем нынче будущее, как считаешь? Мы их не продаем. Ты что, собираешься их отдать? Тебе все равно заплатят. Кто вообще такая эта Перл? Давно с ней работаешь? Она мой деловой партнер. Остальное не важно. Джейкоб. Бестолковый. Ну, я даже не знаю. Так себе, конечно, заданица. Ой, какие-то все эти задания по сюжетке все-таки такие какие-то кислые. Сюжет, конечно, кислый. Очень кислый. Такой унылый. Особо не вставляет. Нет такого, что прям, знаете, прям огонь. Что прям такой сидишь. Вау, ура, наконец-то. Еще дальше, больше. Нет. Вот если ты сам играешь, да. У тебя остается что-то такое впечатление, что вроде бы как бы пишешь там что-то, чего-то. А так... Вот. Надеюсь, я не перестаралась. Добавила позолоты, покрыла дерево лаком, привела вагоны в порядок. Как вам светильники, а? Молодец, очень красиво. Ты бы лучше дом купила себе. Иви, ну ты еще приуныл у нас, матушка. Все, эту главу мы завершили, получается? Или что? Что в итоге? Письмо? Для меня? Да где это письмо-то, мать твою? Здравствуйте. Здорово. Серьезно, подожди. Я вообще не понимаю, где письмо? Какое письмо-то? Прикалываются надо мной, что ли, или что? Я вот серьезно, я не понимаю, про какое письмо они до сих пор мне тут все толковать пытаются. Я лично не вижу никакого письма, ничего прочитать я не могу. Хрень какая-то. Может, я слепой, может, я что не понимаю, но... Ну, это сувениры все, это какие-то сувениры. Говорит он о письме здесь. Не знаю, где там надо его искать. Я так понимаю, что за Джейкоба тоже задания все выполнены, да? А, нет, вот, еще, естественно, отбор какой-то идет. Я уже думал, опять уже, ну, вернее, все уже, что нам надо. А, что такое? Тайна Лондона? О, как. Тайна Лондона. Это что такое? Захват судов? Финансы. Какой кошмар. Ну что ж, на этом давайте мы с вами прервемся. В следующий раз продолжим проходить задание за Джейкоба. Но, говорю, еще повторюсь, еще раз, сюжетные задания очень слабые, очень скучные, убогие. Поэтому надо будет как-то их все-таки, наверное, чередовать с захватом района. Я не знаю, честно говоря, когда закончится, наверное, захват районов, я, наверное, ну, вообще, короче, расстроюсь очень сильно, потому что мне в этой игре, правда, станет нечем заниматься больше. А сюжет пока что не внушает особых доверий и как-то особо... Также не говорит, что что-то будет, прям какая-то кульминация, развязка сюжета или еще чего-то, поэтому... В общем, ну будем, конечно, надеяться, что хотя бы там какая-то финальная стадия не будет подкачивать, что, может быть, все-таки пойдет что-то такое, что держащее, потому что все как-то ни туда, ни сюда, ни к селу, ни к городу. Ну что ж, друзья, спасибо за то, что смотрели, надеюсь, вам понравилось. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также не забывайте про плейлисты, ну и, конечно же, паблик и колокольчик, дабы оставаться в курсе всех новостей. Всем до скорого, всем пока.